было сделать там за полчаса, да, она там еще сидит, допустим, делает, потому что начинает подручивать какие-то детали. То есть это важный был такой момент, да, который... То есть Влад, так сказать, научился убивать в себе перфекциониста. Да, не, ну, а в персональных проектах почему бы нет? Или когда есть время, почему бы нет? Я не говорю, что везде, всегда, но могут наступать такие периоды, когда нет выбора.